честь праздника Дня Единства в областном центре творчества детей и юношества прошел региональный фестиваль национальных культур. Юные таланты выступили в трех номинациях, показав свое мастерство в вокале, инструментальном исполнении и хореографии. Учащиеся городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова Акбота Акимбекова свой творческий путь начала 6 лет. На фестивале она исполняет народную песню «Адемы кыз». Эта песня – любимая песня моей мамы. Она часто слушает эту песню дома. Я готовилась 2 месяца. В искусство меня привели родители. Мне очень нравится петь. Думаю, что свое будущее свяжу с творчеством. Ученики специализированной школы имени Абая исполняют на домбре песню «Казах осы». Мира Жолдыбай уже 3 года выступает в группе традиционных исполнителей. Когда мне было 7 лет, мы с дедушкой смотрели по телевизору передачу о домбре. Потом я ею заинтересовался. Мне очень нравится играть на домбре. Большое внимание уделялось в конкурсе исполнению сценическим костюмом участников. По словам организаторов, с каждым годом интерес школьников к творчеству возрастает. Целью нашего фестиваля является сохранение и развитие национальных культурных традиций народов, проживающих в Республике Казахстан. Развитие творческих способностей детей, казахстанского патриотизма, толерантности. В конкурсе фестиваля принимают участие детские фольклорные хореографические коллективы, ансамбли народных инструментов. Конкурс национальных культур «Радуга» собрал более 250 ребят со всей области. Победителей в каждой номинации наградили грамотами.